Всем приветики! Сегодня делала закупочку в магазине Lidl. Вот вам цены, смотрите, кому интересно. Скупилась я на 50 злотых 9 грош. Поехали. Взяла малыму такую вот малинку, здесь 125 грамм. Взяла лимончик на чай. Мусорные пакеты на 60 литров, тут 18 штук. Взяла вот такой хлеб тостовый, порезанный. Баночку огурчиков взяла, вот эти нам нравятся, очень вкусные. Два паштета, один с помидорами, другой я не понял с чем, дробленый какой-то. Взяла два йогурта, вот такие с персиком и маракуйей, очень вкусные. Взяла вот такую хорошенькую большую капусточку. Буду борщ варить. Взяла две варки, две ломзы и упаковку чипсов такие специальные. Такая у нас закупочка сегодня.